Здравствуйте, меня зовут Маша. Сегодня мы украсим обычную джинсовую юбку с помощью материала для росписи по ткани декола. Для этого нам понадобятся краски, контур и разбавитель. Для своей юбки я выбрала изображение орхидей. Перенесем его с помощью копирки. Разместим файл внутри, для того чтобы краска не отпечаталась на другой стороне юбки. Для того чтобы краска лучше впиталась в плотную джинсу, наносим на эскиз разбавитель по ткани декола. Наносим белую краску на лепестки. Смешиваем необходимые цвета на палитре. Придадим объем цветам с помощью контура. Модная юбка с авторской росписью готова. Осталось закрепить рисунок горячим утюгом, прогладив с изнаночной стороны или через хлопчатобумажную ткань. С декола это может сделать каждый.